Без срока давности и беспощадно разгромим врага. Две части одного целого, одной выставки. Это проекты, объединенные темой Великой Отечественной войны. Увидеть их можно в Музее изобразительных искусств. В экспозиции представлены работы не только из фондов Дагестанского, но и Тульского музеев. Многие полотна написаны в военное время. Атмосферу тех лет почувствовала Любава Маслова. Разоренный город в обломках обгоревших домов. Люди, оставшиеся без крова и вырванные из земли с корнем деревья. Картина «Смоленское пожарище», принадлежащая кисти Григория Шигаля, была написана в 1943 году. Для участия в проекте «Беспощадно разгромим врага» картину предоставил Тульский музей изобразительных искусств. Выставка построена таким образом, что вы можете увидеть от события от 41-го до уже последней работы, выполненной в Берлине в 45-м году. Вы можете вот так пройтись как бы по такой лестнице времени и увидеть разные сцены из военной жизни, талантливо запечатленные художниками. В выставочных залах музея расположился еще один проект, посвященный юбилейному году Великой Победы «Без срока давности». Это портреты тех, чьими руками ковалась победа. Здесь и портрет нашего героического земляка, героя Советского Союза Амитхана Султана. Портреты героев Великой Отечественной войны – это и простые люди, которые приближали своим трудом, своими силами Великую Отечественную победу, и легендарные личности, такие как летчик, дважды герой Советского Союза Александр Молочий и наш летчик-герой, дважды герой Советского Союза Ахметхан Султан. В те страшные годы война вошла в каждый дом, в каждую семью. Мы не вправе забывать подвиг советского народа, отметил Сабир Магомедов. Он рассказал, как тяжело пришлось в военное время его предкам. Мне бабушка всю жизнь мечтала узнать, где погиб ее брат. Другой брат был участник войны. Он возил с Грузии почту. Грузия возил почту в Фельдшерскую Москву. Увидеть работы своими глазами можно в Музее изобразительных искусств. Выставка открыта до 15 ноября. Любава Маслова, Ибрагим Магомедов, Вадим Шамхалов, Юсуф Газиамаров. Время новостей.